Всем привет, я Александр Погребной, двукратный чемпион СССР 90-91 года, обладатель Кубка СССР 91 года, чемпион России 92 года, чемпион мира по ушу санда, весовой категории до 70 кг. Сегодня мы отмечаем юбилей Федерации 25 лет. 25 лет назад мне особо приятно вспоминать этот день, так как я был одним из первых участников организованной этой федерации драк чемпионате. Этот чемпионат происходил в 1992 году в штате Калифорния, в городе Лос-Анджелесе. Организатором и первым президентом федерации был Игорь Ежов, который создал эту федерацию и возглавил ее, проводил турниры. Подготовка шла в городе у нас Сан-Диего более 3 месяцев. Из всех ребят, у нас было четверо, это Артур Патрин, Сергей Машков и Александр Воинов. Вот. Мы выиграли не только, но и завоевали главный кубок, потому что было противостояние между Америкой и Россией. Вот. Также вспоминая те времена, хочу поздравить и отметить Федерацию драка, что она воспитывает настоящих профессионалов. Я уверен, что самое главное достижение Федерации еще впереди. Продолжайте в том же духе. Ваш путь успешен, и пусть эти успехи и достижения приумножаются. Спасибо.